Не. Че за фигня, я правила не понимаю. А, нет, понимаю. Бэм. 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 Бум. 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 Почему плохо-то? Бам. Бам. Делаю все то же самое, как во время танцев. Че не так? Латиносы типа более требовательные. К ритму. Плохо. А, все, понял. Поздно понял. Просрал 700 баксов. Хотя нет. Ни хрена я не понял. Надо с небольшим опозданием делать. Лиа, нужно подвеску понять на машине. Клавиши вверх и вниз перепутаны. Да не знаю, может быть... Парни, дайте еще шанс. Посмотрите, я хорош. Не уезжайте. Денег-то нет, чтобы подвеску поднять. Ай, короче, надоело. Реально, выбор, короче, между двумя стульями остался совершенно идиотский. Две миссии. Так что хватит пока. Дайте я GTA 5 посмотрю, как на стриме будет лагать сильно или нет. Вообще вылетит просто. Короче, крашнется стрим скоро, поэтому я прощаюсь с вами заранее, потому что неправильно выбрана кодировка в OBS. Сейчас я буквально заценю, сколько FPS будет. Буду потихоньку сворачиваться сегодня. Спасибо всем, кто пришел, спасибо за токены, братаны. Кто не задонатил сегодня, ну, как бы этих людей я, скажем так, ну, молодцами не назову. Человеку нужна Audi спортивная. Можно было. Все-таки росли же на моих обзорах. Как так? Ну пусть это будет на вашей совести. Пусть вам будет стыдно. А так вообще задонать я хоть потверкаю немного. Давно токенов не было. Но я обещаю, что это последний такой стрим. В принципе, мне просто любопытно было. Хорошо сегодня посидели. На самом деле стрим-то так 4 часа шел в любом случае. 4 часа, ну там пауза минут 15 была, ну нормально. Нормально, нормально стримчик. Где моя мышь? Вот и токен подъехал. Паулио 55. Спасибо большое, братан, за донат. Благодарю тебя. Я не знаю, вот насчет завтрашнего дня, что завтра будет. Может быть, Fallout вечером. Выиграл-то, конечно, World of Warcraft в вопросе, но я не уверен, если честно. Может быть, Fallout будет. Стрим по Fallout 3. Давно я уже не играл, надо допройти челлендж.
Вот. Ну, а потом, наверное, может быть, доктор Мута. Посмотрим. Стыдно. Ну да. Ну ничего, переборете стыд. Да не, ужасно. Я не понимаю, почему такое происходит. Типа, вот смотрите, я даже не максималки выставил. Я выставил настройки, которые даже хуже, чем там были раньше у меня. Еще не так-то. Видеопамять 2500 из 6 тут только забито. Везде просто высокие, нигде ультра не стоит. Такой кошмар. Причем я запускал, специально тестил и Ведьмак, и эту игру, как только привезли компьютер, специально потестил, когда там стояла восьмерка, ну, которая мне просто не подходит, потому что, например, на ней Fallout не работает нормально без костылей. И все было идеально. Вообще ни одного лага на ультра настройках там. Ведьмак развивал. Развивались его волосы вовсю. Он бегал, смотрел на сиськи. Я, кстати, не понимаю, почему меня заново заставляют проходить. Вы помните же, я на стриме дошел до какой-то там даже миссии Майкла уже. Что за бред? Оно же должно было в облаке где-нибудь сохраниться или типа того. Меня такая же хрень, некоторым школьникам припалосовать трудно. 980 и 6 гигабайт. Надо 980 Ti. Вертикальную синхронизацию выключи. Где она вообще находится, эта вертикальная синхронизация? Я даже не вижу. Я тогда все по максимуму запилю, может, действительно. Кошак что-то там вытворяет. Не знаю, что такое тесселяция, но Ваномас что-то говорил об этом. Перезапустить игру. Не спускайся. Тихо, 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 запустилось. Закройся. Ща, пацаны. Потестю, чтобы уже потом все нормально было. Кстати, Биошок скачался. Ща. Я что-то даже не нашел, на самом деле, эту вертикальную синхронизацию. Может, действительно она... Потому что она даже на мощных компах просто убивает в нули FPS всегда. Сейчас посмотрим. Она даже не на видеопамять влияет ни на что. Я просто не понимаю, почему... Зачем вообще эта вертикальная синхронизация нужна? Я особо не замечаю этого разрывания картинки. И эта вертикальная синхронизация, она просто смущает людей. Они, может, думают, блин, было бы прикольно вертикально синхронизовать свою игру. Ставят, а у них там минус 50 FPS. Даже на мощном компьютере. Но сейчас там NVIDIA GeForce Experience оптимизировал игру. Я уж не буду везде максималку ставить, а то вдруг компьютер взорвется. Через GeForce Experience, я думаю, справедливо будет выбрано настройки.
трясешь. Видимо, код погадил просто. Уже потихоньку может на самом деле искать новые какие-то другие стримы, переходить с моего, потому что сегодня уже ничего такого особенного не будет. Вот. Ну, я хотя бы в форму пришел, типа постримил современные игры, а не старое говно какое-нибудь. Так. Сейчас еще раз. Да, вроде все верно, кроме одного там, то, что менялось. Ну не, чуваки, ну теперь вообще 5 FPS, кошмар какой-то. Хуже, чем на PlayStation. Не знаю, короче, что-то не так, надо фиксить, а как? Ну, обещали, что мастер приедет на следующей неделе. Решает вопрос. Ну, мой косяк, блин. Так как-то я прям совсем отнесся халатно к компьютеру. Давайте я, наверное, пройду эту дурацкую миссию, эту гонку, и оставлю там сейф на всякий случай. Вдруг мне действительно захочется пройти GTA 5. Сейчас у меня, кстати, игра на Твиче по-прежнему GTA San Andreas стоит, но... Люди могут зайти и подумать, что это какой-то любительский патч. Вообще, вот так вот прикольно, наверное, видеть на контрасте, особенно в этом телевизоре, как выглядела та игра и как выглядит эта. Блин, парень просто убийца. Прости, братишка, негр-охранник. Что-то я помню, когда на плойке играл, не мог эту миссию даже пройти с первого раза. Такое там вождение на... Здесь как-то... После 10 миллионов челленджа. Я, конечно, не мобстер, но... Да, особых проблем нет. Вот это, кстати, по-моему, где-то как раз рядом с теми местами, где мы играли только что. Или нет? Не, нет, нет, не то. Не то место. Но тут есть тоже Grove Street. Спустя N лет, и там по-прежнему запустение гетто. Блин, ну, на самом деле, я думаю, что такие отстойные радиостанции, песни связаны с тем, что... О, Aphex Twin. Нифига себе, не знал, что тут есть Aphex Twin. Но я думаю, это связано с тем, что одно дерьмо люди слушают и в реальной жизни. Блин, Aphex Twin, конечно. Топовый. Aphex Twin топовый. Графоуни? Да. Переподписка? Нифига себе, Сиблаб, спасибо за переподписку четвертый месяц. Доктор Дре скипнул. Я бы его вообще скинул бы с моста с цементными ботинками. Меньше отчислений за плохую музыку надо платить. Нет, чувак, это как раз топовые. Топовые исполнители современности. Там, наверное, за одно... Я не помню, какая песня Леди Гаги тут, но там, наверное, за нее одну миллион баксов отвалили, чтобы ее использовать. Но, как по мне, лучше бы вернули Aphex Twin. Вот, Бетнатар, или как ее там, это нормальная тема. Хотя даже у нее можно было получше песню подобрать, например, Heartbreak.